Да я его размажу. Да сколько же их здесь? Лучше ты, чем я. Ненавижу этих тварей. Ненавижу этих тварей. Еще один наемник. Ты тоже пришел, чтобы досаждать нам? Проваливай, у нас и так проблем хватает. Успокойся, парень, иначе ты меня узнаешь поближе. Ну, давай, подходи, я тебя не боюсь. Займись своей работой, маленький гаденыш. А что, если... Раз... И я бы... Сам... Такой... Слуга... Кого? Орка. Кого именно? Надзирателя. Как его зовут? Я не помню. Эти орки... Я не верю ни одному твоему слову. Правда. Там где-то должна лежать еще моя лопата. Сам... Можешь сам посмотреть. А мне какая польза от того, что я найду твою старую негодную лопату? Если ты принесешь мне мою лопату... В самом деле? Эй, я... Посмотрим. Я принес твою лопату. Ты мне кое-что задолжал. Ты и правда был в храме? Как видишь. Но там же были эти ужасные... Нежити. Чего у тебя не отнять? Это серьезно? Ты еще кое-что забыл. Что? Денежки, дружок. Иногда по ночам я ведь посмотри. Если он будет так продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Да что такого может случиться?
Не смотри на меня так. Я и сам не знаю, что мне здесь делать нечего. Ты паладин. Я был им когда-то, да теперь я всего лишь тень прошлого. И даже великие планы магов огня ничего не изменят. Ты воюешь против собственного народа. Инос оставил нас. Вместе с рунной магией ушла и моя вера. Я вновь подниму свой меч против угнетателей, только когда Инос вернет мне магию. Я пришел, чтобы возвратить тебе магию. Хватит надо мной издеваться. На вот, возьми, чудак. И вправду, ощущение как и раньше. Хвала тебе, о Инос! Ты не оставил меня. Спасибо тебе, чужак. Позови меня. Я буду сражаться на твоей стороне. Трелис свободен. Твоя задача выполнена. Но борьба со злом еще не окончена. Распоряжайся мной. Иди за мной. Все в порядке. Так, с этим разобрались.
еще одним монстром стало меньше.